почему драконы нас не встретили. Я не ожидала, что мажордом Селистра и Гневион запоздают. Но почту за честь поприветствовать вас на драконьих островах. Причем на первом моем дежурстве. Вот это удача. Добро пожаловать на драконьих островах. То есть раньше это посольство предназначалось для смертных? Это со слов моего учителя истории. Кажется, он сказал тысячелетия тому назад. Хотя я никогда не была сильна в истории. Я спрашиваю у драконоидов, когда мне нужно что-то узнать. Если интересно, можешь расспросить посла Фастраза в башне посольства, что у меня за спиной. Хочу спросить кое-что еще. Значит, раньше не приходилось видеть Драктира? Синдракс быстро отводит взгляд. Извини, я на тебя пялилась? Прошу меня простить, я никогда раньше не видела таких, как вы. Слышала разные слухи от других кадетов, но... Сандракс погрустнела. Похоже, на твою долю и так выпало немало испытаний. Надеюсь, что здесь, на Драконьих островах, тебе будет хорошо. И не только тебе, но и всем смертным, которые прибыли сюда. Их так много. Чувствуй себя как дома. Куда подевался Гневион? Не знаю, это же мое первое задание. Дай-ка подумать, что можно сделать. Рада знакомству. Ужасный беспорядок. Я бы с радостью поприветствовала вас, как подобает, но часовых такому не учат. Сантракс указывает на стоящую позади башню. Обратись к послу Фастразу в гостевых покоях. Возможно, он поможет тебе все прояснить, пока не прибудут драконы. Только ступай осторожно. Когда его в последний раз видела, он выгребал из посольства обломки. Помогите восстановить посольство. У меня есть идея. Да. Давай женских персонажей, да. Ты мужских. Слушай, давай. С давних времен. Но нас в Стоде интересуют знания, а не война. И приключения. Здесь капитан Гэрик еще есть. Тоска зеленая. У тебя вот к ней есть квест? Да. Ну так тогда озвучивай. Так, ты сдал квест к ней? Нет. Вместе. Давай, я уже просто приняла. Мы еще встретимся. Вторжение элементали у тебя? Да. Вторжение элементали. Мастера-ремесленники и исследователи драконьей экспедиции не выдержат тягот мирьмы. А вот мы с тобой другое дело, Юниска. На драконьих островах мы должны защитить тех, кто не может защитить себя сам. Отгони элементарий, наступающих с севера, чтобы экспедиция не отвлекалась от повседневных забот. Окей. Пожелаю союзнику удачи, рядовой Гарик. Кровь и бомбрук. Еще два. Вот здесь стоят. Посол консорциума ремесленников. Проверка качества есть у тебя, квест? Чем? Да. Будь осторожнее, друг. Послушай, жрица, не против кое-что для меня протестировать? Консорциум ремесленников заплатит тебе за беспокойство. Тебе нужна работа, жрица. Я представляю консорциум ремесленников, новую торговую компанию. Мы помогаем умельцам и клиентам находить друг друга, обрабатывая заказы через нашу сеть. Драконья экспедиция заказала партию зачарованных орудий для добычи руды. Нужное оборудование готово, но мы хотим испытать его перед тем, как передать заказчику. Если ты нам с этим поможешь, мы в долгу не останемся. Опробовать инструменты. Консорциум ремесленников стремится обеспечивать максимальное качество. Убедись, что эти инструменты в рабочем состоянии, Юнискай. Так, есть еще учитель горного дела. Что скажешь ты? До скорой встречи! Ты видел когда-нибудь таких могучих элементалей? Грун издает радостное восклицание. Я только и слышу от стражников, как им надоело с ними сражаться. Но надо смотреть шире. Чем больше элементали, тем больше материалы.
Пока будешь убивать элементалей ради нашей безопасности и так далее, собирай части самых крупных. А я придумаю, что из них смастерить. Добудьте изначально земляное ядро и изначально расплавленное. Все это все квесты, которые у вас были, это целая пачка. Все в кучу смешается. Не, ну вроде все взяли. Так, теперь у нас что? Инскай. Пута. Мне нужна чешуя. Да дам тебе свою чешую, да и нафиг. Не, просто здесь есть квест, который это нужно выполнять. Да куда он бежал? Да здесь я. Так, у нас на элементалии сейчас квест. Только он ведет не сюда, а немножко в сторону. Вот посол. Посмотри, что еще у меня есть. А, я в гости драконьей экспедиции. Ты с кем говоришь? Ставерщиком. Лучше ты не найдешь на всех. Так это не товершник, это посол. На, ну посол, ёшки, ты мне тоже. Просто он не идет. Удачи, приключения. Вот руководство по всем достопримечательностям посольства. Правда, они сейчас не в лучшем виде. У него тоже талант говорить, не открывая рот. Журнал. Заполнить анкету. В первую колонку просят писать ваше имя. А какой тут вы... Можно представиться как Рашагет. Что? Сердитый призрак Эзера. ОБЭшка Калисгос. Хроми. Лучший друг Гневиона. Король драконов. Можно представиться Алекстразой. Прекрасно. То есть ты то, что не важно, что ты дракон, а не драконница, ты все равно представляешься как Алекстразой. Но это же Близзард. Телосложение 1, телосложение 2. Капец. Слушай, что будет, если представиться Рашагет, вот просто тыкнуть? В средней колонке просят записать время прибытия. Завтра, не очень отдаленное будущее. Как только смог, простите, я опоздал, я всегда опаздываю. Я не верю в концепцию времени. Последний вариант пойдет. Цель прибытия. Помочь драконам в составе экспедиции по личному приглашению Алекстразы, как героя Орды, как героя Альянса Азерота, ради миленьких утят. Спасти мир опять, помочь тем, кто в беде, одолеть могучих врагов. А зачем мы вообще тут все собрались? За эпической добычей, конечно. Меня притащили сюда друзья. То вас спросить надо, я не читаю задания, я просто сдаю. Какая ирония! Слушай, меня притащили сюда друзья. Не-не-не-не, ты нет, ничего не знаю, ты сам пришел. Ты все сам, это сам. Ладно, первый вариант мне тоже нравится. Счастье после стольких лет увидеть новые записи в журнале посетителей. То есть, то, что я представился как Рашагет, тебя не смутило вообще, да? Не, ну... Видимо, он этот журнал сам не читает. Я могу сразу сказать, что Пур согласился сам сюда пойти. Это не означает, что я его связала, мучила месяцами и заставляла, и купила ему подписку и все остальное. Это вообще, вот даже близко здесь этого нет. И тушенку у него не отбирала, не надо. Он сам отобрал. Тушенку у тебя? Я слишком далеко. Теперь я голодаю. Добро пожаловать, друг драконов. Да наполнит путешествие по драконьим островам твою душу покоем, уверенностью и любовью к ближним. Странствуй по островам, поразмышляй о... Эта часть таблички откололась. Помни о наших клятвах Азероту. Их олицетворяют камни,
клятву престолов каждого рода драконов. Мы просим тебя... Эта часть таблички тоже откололась. Во имя жизни Азерота. Алекстраза, хранительница жизни, королева драконов. А я за тебя не голосовал. А у тебя выбора не было. Здесь не демократия, здесь это как монархия. Ну, кстати, причем в буквальном смысле здесь монархия. Ты что ли, король? Я за тебя не голосовал. Я не вижу цели. Что, у тебя три кирки копают руду? Да. Я что-то смущаю? Скорее всего, то, что я бью огонь огнем. А? А? А в смысле? Левитация. Почему? Откуда это взялось? Ну, как бы здесь причина только может быть одна, она буквально прям рядом с тобой. Айнскай подо мной облако делает. А какой у тебя сейчас квест? А, на убийство элементалей, да? О, кто-то сидит здесь. Коготь третий. Чё ты боишься? Почему? Нам нужно еще многое сделать. Честь колыбели велит меня найти благородную смерть в бою. И я это сделаю. А сказать о третье, что ремесленники его хвалят. Они, правда, это все это сказали, что у меня есть потенциал? Может, я смогу послужить своей колыбели как-то еще? Мои раны не так тяжелы, как я боялся. В основном пострадала моя гордыня. Отсюда я доберусь до посольства сам. Понятно, то есть он зачем-то сбежал, заперся в палатке и хотел выпилиться в бою. У него тонкая душевная травма какая-то. У меня нет цели. Так, элементали сделали. Нужна цель. Жоды, кстати, нам идут вместе в зачет, что интересно. Да. О, там вот та дальняя еще есть. Теперь меня тоже три кирки копают. Я особенный. У вас качалки? Ядро. Нам нужно еще земляное. Бежим. Или летим.
Ты, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, можешь с них добывать. Добывать? Да, добывать руду. Нет, они не активны. Земляных обычных, не именно. Ну, я могу только с ними сражаться, я не могу с них что-то добывать. Ядро. А, так это ты такие перышки на земле оставляешь? Похоже, разница между тобой и мной. Чистого неба, легких дорог. Давай. Помаши мне, пожалуйста. Ой, не выделывайся! Я летаю! Я тоже так могу. Мне для этого маунт не нужен. Ты далеко не улетишь. Кто сказал? Ладно, иду читать. Да, главное крылья над землей ее раскрыть. Так, дальше, да. Чем могу помочь? Проверка качества. Спасибо за помощь, Юнскай. Если нужно будет что-то изготовить, консорциум ремесленников всегда к твоим услугам. Будь осторожен, друг. Я сразу же доставлю эти инструменты. Драконья экспедиция будет довольна. Там есть еще без предназначения. В смысле? Ну, сдать можно. А у меня, кстати, почему-то этого квеста нет. Да. Ну, не знаю, возможно, классовый квест. Ты помог не только Когтю и Тройте, но и всему лагерю. Найти новый смысл в жизни — это больше событие. Ты что-то не сделала по нему, да? Да. А-тя-тя-тя-яй-яй-яй. Так, сейчас пытаюсь понять, что... Ну, давай. В общем, она решила стать кузнецом. Ты жаровню зажигал? Жаровню? Нет, кажется. Нет, это не то, значит. А, подожди! Так, подожди. Нет, подожди. А, ну вот ты сдал, и все, типа, выполнено было. Ну, не знаю. Ладно, допустим. А, или ты квест на один раз проходить, типа? Возможно. Так, учитель горного дела. Чем могу помочь? Добрым пути! Сначала я сделаю большой шлем. Нет, молот. Нет, большой молот. До скорой встречи! Невероятно, это лучший день моей жизни. Тверже шаг! Такой равнораз потом только приходит. Ого, размер. Такой вот двор. Блин, опять ворует этот молот. Заколебал. Хочу большой молот сделать. Всегда приходит Рагнарос и ворует молот. Так, нужно еще сдать вот это. Ой, блин.
О, кстати, Лазора Тел сделал здесь, а он говорил, что в Штормград собирается. А, ну они, в принципе, наверное, тоже сюда перебрались. Да. У нас важная миссия. За драконью экспедицию. А, ну, правильно. За драконью экспедицию. Капитан Гарик отдает вам честь. Мы еще встретимся. Передай Лютерес, что после смены я угощу ее выпивкой. Еще читает мужик, но... В общем, они пойдут бухать, все ясно с ними. Да. Буду и не раз пила, пригадывал Гарик. Сегодня выпьешь и ты. Да, капитан. Как бы выбора у него особо и нету. Кстати, есть какой-то зеленый квест от распорядителя полетов. Это не квест, это регистрация. Регистрация? Да. Ух ты, миленький маунт. Вот такой ты змей какой-то. Хочешь посмотреть товар? Интересно. Покажи, куда я могу отправиться. А, то есть это точки, куда я могу слетать. Угу. С тобой приятно иметь дело. Зажгите жаровню. Купите записки об артефактах у каталогизатора. Джеймс. А, вот она. Здорово. Ну, давай посмотрим. Записки археолога. Открывает... А, отмечает сокровище на карте берегов пробуждения. Ветра в твои паруса. Как именно это происходит? Так, прочитайте записки. Записки прочитали. Чем могу помочь? Юни? Да. Что? Где? Кто? Кого? А? Каталогизатор будешь читать? А, у меня его нет. Это нету? Только ты. Финансирование охоты. Ну ладно, в принципе. Когда Тоди и Нелли Дэй определят место нашего постоянного лагеря, мы вместе с ними и с Рае Анной отправимся туда. Ты тоже приходи. Посмотришь на наш каталог. Море знает все ответы. Артефакт отмечен на твоей карте. Удачной охоты за сокровищами. Окей. Так, у меня остались задания... Сырье для практики, ужасный беспорядок, где надо зажечь жаровню и гора яиц. А, жаровню пошли сделаем. Пошли. Огонь снова ведет мирных жителей Азерота к нашим берегам. Добро пожаловать на Драконьи острова. Прикольненько, зажгли жаровню. Хотя не совсем понятно зачем. Пожарили мясо, пошли обратно. Шашлыки. Блин, зачем сказала себе вместе при нас хочу? Не дразни, я тоже хочу. Я тоже хочу. Поехали. Все на мясо. Да. Я могу чем-то помочь. Сейчас, подожди, 1500 километров проеду. Я всегда рада. Посольство уже намного чище. Сейчас все... я читаю. Ой, да. Давай. Ой, блин. В посольстве уже намного... Блин. Сбил в смысле? Да. В посольстве уже намного чище. Все вольперы такие трудолюбивые. Тогда мне надо срочно с ними познакомиться. Логика вов офигенная. Просто эти древние протодраконы летают на месте и терпят, как в них
кидают какахи вот эти маги снизу. И они даже не пытаются с ними там воевать, вообще ничего не делают с ними. Сейчас, минутку, подожди, мне просто эту монетку, но я обязана ее добыть. Давай. Я прям ее вижу, на нее лететь надо. А есть что пониже? Нет, слушай, это, эту элитку здесь внизу уже полчаса ковыряют. Боты? Да. Но не могут. Но у него 280 тысяч, если я правильно понимаю, хп, или 2 миллиона даже. Но у них есть, это какая работа. Они такие стоят, типа, слушай, давай ты можешь меня бить, и типа, будем делать вид, что мы типа сражаемся. Давай. Только ты сильно меня не бей, желательно подольше. Наконец, ну, ладно, ладно, договориться. Ну так и было, потому что они только что развернулись и улетели. Ну, так я, знаешь, так актерская, я еще прилечу и покажу вам. Да, мы тебя боимся, все, короче, я чай пить. Ну вот они и улетели чай пить только что, я говорю, они имитируют бурную деятельность. Нифига у них дробовики. Посмотри вон туда наверх. Который вот прямо по этому взгляду будет. Да. Видишь за ней гору? Вижу. Высоко-высоко. Вижу, вижу. Вот оттуда я летала сейчас. Это был... типа вот там монетка? Да, это монетка, скажем так, дает... Короче, ты улучшаешь это, полеты. Таланты на полеты на драконе. Я ее одну добыла. Так, ну что, дальше? Да, я туда определенно не долечу. Это пока. Там еще поверьте будет. А в смысле у меня лопата? В смысле я с лопатой бегаю, не с посохом? Я, видимо, кого-то закопать хочу. Наверное. Вот эту черную рядом, которая стоит. А можно я с ней познакомлюсь? Ты будешь с ней тогда. Под землей. Тем более это кровавая эльфийка. А, фу, нет, такое нам не надо. Да будет такой позор. И вот если бы была трактирка, то да. Ну, трактирки влетит, а тебе, скажем, будет просто больно. Я могу сказать тебе так. Так, запустить сигнальную ракету, чтобы завести дракона в вашем прибытии. Служба готова. Первая серьезная задача. Сандеркс явно озадачена. Никогда не видела, чтобы мажордом опаздывала. Особенно так сильно и на такую важную встречу. Странно это. Сандеркс оживляется от посетивших ее мыслей. Я могу выпустить сигнальную ракету. Так драконы поймут, что вы прибыли, и сразу примчатся вас встречать. Правда, мне еще не приходилось подавать аварийные сигналы. Нас учили, что ракеты нужно запускать только в крайнем случае. А, ракеты только в крайнем случае. Но сейчас как раз именно такой. Вот, мажордом Силистра скоро прибудет. А мажордом лично откликается на каждый призыв о помощи. Да, заменила интересную картину. Королева Алекстраза едва здесь гоблин тихохонько ворует у Альянса припасы. Серьезно? А вот и они! О, прилетели. Невероятно. А воблик-то в другой вы зачем